Более 2000 комментариев и почти 2000 зрителей. Так прошел 6-й по счету прямой эфир губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. За часовую трансляцию глава региона ответил на 40 вопросов. Один из первых – актуальный для сезона отпусков про билеты. Дмитрий Артюхов рассказал о планах на дополнительные рейсы в Сочи. Ввести их просили ямальцы. Дал поручение, чтобы мы дополнительно посмотрели рейсы. Это, конечно, не просто делать в разгар сезона. Понятно, мы ожидали, что так или иначе откроются направления, которые были плановые у нас. Это Крым, Анапа. Но сейчас, раз концентрация идет на сочинское направление, постараемся. Там, конечно, очень непросто в разгар сезона туда попасть, но сделаем все усилия, чтобы поставить дополнительные рейсы из наших городов напрямую, чтобы северяне смогли долететь. Также прорабатывается введение прямых рейсов из ямальских городов в Казань. По мнению губернатора, полеты туда будут востребованы, как и мера поддержки для родителей – боксы малышу Ямала. Однако во время эфира северяне попросили заменить наборы для первых дней жизни деньгами. В том-то и была задумка этого набора для новорожденного, который, на мой взгляд, вызывает преимущественно очень положительную реакцию у молодых родителей, чтобы было все самое необходимое. И повторюсь, по той реакции, которую я всегда видел, читал потом в обратной связи, это хорошее, правильное решение. Денежная компенсация, она может быть потрачена немножко по-другому, и мы тогда не достигнем цели. В чем есть правда, так это в том, что когда рождаются последующие дети, а к счастью у нас на Ямале это часто происходит, наверное, заново дарить еще такую же коробку, уже вот здесь надо подумать, может быть, для повторных случаев стоит подумать о какой-то денежной замене. Глава региона подчеркнул, что вопрос требует обсуждения с родителями и пообещал взять его на контроль.